Есть же разница между, когда обманули просто, обманули дурака на 4, и кого предали. Есть же разница. Угу. Потому что, ну, обманули, ну, как бы, ну, понятно. Сукины дети там. Но предали же, это же значит, ты доверял. Ты как бы давал человеку свободу действий в твоей жизни. Что такое доверие? Да? Вы не контролируете то, что человек делает с вашей жизнью. И если вот это уже, конечно, свинство сильное. Прежде всего, нужно, во-первых, просто понимать, что значит, с манипуляциями надо их все время выводить на чистую воду. Вопрос, как из-за вот какого-то такого травматичного прошлого опыта не начать видеть везде манипуляцию и из-за этого не продолжить это порочный круг травм? Значит, что здесь существенно? Значит, я вообще как считаю, нужно действовать? Значит, если вы допустили человека в ближний круг, вот, просто снимите оборону. Ну, может быть, у вас есть риск, что вас обманут, предадут, там и так далее, пятое, десятое. Но если вы все-таки пустили, ну, как бы, вот надо снять. Потому что в противном случае вы не сможете чувствовать себя, ну, комфортно. Вы будете, ну, как человека, которого вы допустили к себе близко эмоционально, да, которому вы сопереживаете там и так далее. И как параллельно вести два потока, мне непонятно. –